去追，这些出发也不卑微。每个人都有不完美，逆着风也要去飞。终点线上欢呼响亮，可汗水它最嚣张。抬起头不灭的星光，让我们一起仰望。我的天空就是如此的不同，我的梦中总会有你的笑容。凛冽的爱风有暖阳包容，平凡的光荣做你的英雄。我的天空有一道夜景彩虹，守护梦中的心总有一天会抵达，守护心中的梦给你坚定的回答。Молодые люди, ужинать. Идем. Пошли. Дед, новогодний стол новый? Ну ты же ведь устал от старого, вот я и решил попробовать что-нибудь другое. Действительно, что-то новое. Не поверишь, у нас сегодня жареная курица и пиво. Курица, утка и гусь каждый день, от них устанешь, но вам не надоест капуста, тофу и морковь. Каждый раз Новый год у меня с вами. Когда же я увижу новые лица? Верно. Дедушка, знаешь, в этом году Сян Дзямянь. Ну-ка, съешь-ка. Жаль, что ты так говоришь. У меня так много вариантов для вас. Надеюсь, у вас будет хороший аппетит. По крайней мере, выберите правильных. Как вкусно! Юань, хочешь? Конечно, я буду. Давай, ну же. С Новым годом! Съем позже. Почисть. Давай. Брат, кто-то стучится. Иди, открой. У меня руки грязные. Иду. Яньши. Заходи, поешь. Яньши, от меня не было толку все эти годы. Я сильно тебя побеспокоил. Но теперь я наконец-то немного заработал. И я пришел к тебе. Мать Чен Ли вернулась. Она очень скучает по нем и хочет его вернуть.
Давай, ешь. Пошли. Брат, я хочу остаться с тобой. Я не хочу уходить. Иногда я не могу позаботиться о тебе. Лучше тебе жить с родителями. Брат, думаешь, если я уйду, у тебя будет меньше проблем? Я когда-нибудь говорил тебе, почему назвал тебя Сюй Чен Ли? Это значит, что ты лучший подарок. Ты не проблема. Брат. Все. Не надо плакать. Хороший мальчик. Ты скоро встретишься с родителями. Будешь счастлив. В новогоднюю ночь. Брат, а ты? Если загрустишь, приходи ко мне. Я всегда буду рядом. Пойдем. Давай руки. Брат, она сделает тебя счастливым. Хотя она сплетница, играет в игрушки, смеется надо мной. Я не против, если она сделает тебя счастливым. Себя. Хорошо. Я тебя послушаю, окей?心碎，为你照亮这漆黑。来面对回忆，凭借的沉醉，一直围绕的是在你周围，是我的心在闪回。
伤心的余晖，是想念着谁？那是孤单里那温暖的你，一次一次的寻回。当记忆后退，完整爱的不完美，将心落的美为你去找回，永远在你的周围。说着我会，手机心碎，为你照亮着漆黑，来面对回忆凭借的沉醉，一直围绕的是在你周围，是我的心在闪回，是你的无畏。当记忆后退，望着爱的不完美，将心落的美为你去找回，永远在你的周围。说着не поверишь, у нас сегодня жареная курица и пиво. Наслаждаться такой едой непросто, но вкусно. Дед, это вкусно. Но не забывай о здоровье. Верно, твое давление догоняет мой показатель эффективности. Хорошо. Что случилось? Плохое настроение? Я в порядке, наслаждайся. Чего там смотришь? Да я пью. Дед, должно быть, что-то случилось. Сын за нянь. Забудь, я больше не буду приказывать тебе встречаться с теми мужчинами. Твой будущий парень, если он не ученый, как твоя мать, подойдет. Если он ученый, он будет слишком занят, чтобы позаботиться о тебе. Неправда. Ладно, закончили ужин. Сыграем в игру, в которую играем каждый год. Летающие шахматы. Дайте мне свои телефоны. Какое наказание? Как сложно. Смотрите, как вы переживаете. А мне нравится. У тебя секреты. А у самого-то? С Новым годом. Не знал, что ты дома. Я не поехал домой на праздник. И пришел проверить, есть ли бесплатная еда. Где Сю Чен Ли? Маленькое число. Медленно катись. Укатилось. Куда это он делся? Только что был на ноге. Упал между швов. Дедушка, ты нашел его? Я не могу. Он между швов. Трудно найти, слишком темно. Слишком темно, я не вижу. Дай помогу. Давай поищем. Используем фонарики в телефоне. Используй фонарик. Хорошо. Что с Сю Яньши? Что-то произошло? Его нет. Может, он под тобой? Есть. Смотрите, вот. Здесь, он здесь. Нашла. Какая цифра? Не двигайся, достань. Пятерка, видишь? Пятерка? Было пять, когда ты его нашла, да? Точно пятерка? Я не могу помочь. 1, 2, 3, 4, 5. Летит в другую сторону. Зямянь, у меня все, ты все еще на старте. Не повезло тебе. Не сможешь управлять своей летной базой. Хорошо, послушай. Пока. Невозможно. Твой отец нечто.
Теперь он хочет, чтобы семья воссоединилась. Где же он был раньше? Когда он отдал тебе Сюй Чинли, он не думал о семье. Он оставил мне карточку на 2 миллиона юаней. Может, он думает, что теперь мы квиты? Вы квиты? Перестань убираться. Давай повеселимся. Давай, попробуй. Ну же. Не стой, как бревно, это весело. Давай, попробуй. Давай. Продолжай в том же духе. И бабушка снова начнет ругаться. Я ее боюсь. Я жду, когда она выглянет. Придурок, что ты делаешь? Зачем пугаешь? Не знаешь, что нельзя петарды в городе запускать? Что, если начнется пожар? Ответишь? Никак не можешь угомониться? Ты оглох или ты псих? Сейчас вызову полицию, они тебя отвезут в тюрьму. Вот смотри, у меня, придурок, сумасшедший, идиот. Необразованный, некультурный и невоспитанный. Как можно быть таким глупым? Только попробуй еще раз кинуть. Я вызову полицию. Подожди, увидишь. Ты ненормальный, она уже прокляла тебя. Забавно ж было, да? Не воспринимай, что она проклинает тебя. Думаешь, что она проклинает твоего отца? Ту женщину, злодейку и лицемерку. Она проклинает всех, кто обидел тебя. Так лучше? Кто это? Крутой раз за рулем Бентли? Кому сигналишь, козел? Сюй Яньши, почему ты здесь? Тебя навестить. Твой друг? Такой горячий. Вы знакомы? Лень Кайжуи, босс нашей компании. Этот Син мой друг. Так, почему ты называешь меня боссом? Я тоже его друг. Ты не в Ханчжоу на праздник. Я не хочу возвращаться. Моя мать будет требовать, чтобы я женился. Раздражает. Так почему не остался дома, а приехал ко мне? Спроси я Си Цинь об этом. Она сказала родителям, что купила дом в Шанхае. Ее родители приезжают посмотреть ее дом. У нее нет выбора, кроме как одолжить мой. И мне ничего не остается, как переночевать у тебя. Твой отец наверху, я должен поприветствовать его. Ведь мне нужно остаться. Что такое? Его отец. Его отец забирает мальчика? Нелепость. Подожди, слишком много сразу. Ну-ка, давайте по очереди. Так, что случилось? После того, как твоя мать уехала за границу, твой отец женился на своей секретарше. Они родили твоего брата, так? А после рождения ребенка, секретарша забрала все деньги твоего отца, оставив ему кучу долгов. Ты так усердно работал, чтобы погасить долг отца. Теперь секретарша вернулась, говоря, что хочет подарить твоему брату прекрасную семью. Пришел твой отец, но он даже не признает тебя. Я прав? Так все было. Круто. Яньши, твои семейные передряги, как Санта-Барбара. Ну, раз тебя сейчас ничего не держит, это хорошо. Такой жизни можно только позавидовать. Смотри, ты женишься, ведь ты в возрасте для брака. И у тебя будет свой ребенок. Поговорим о Сян Юань. Ты знаешь ее характер. Не говоря уже о твоем отце, она не поладила бы с твоей матерью. Тебе удалось разрешить противоречие между матерью и женой еще до брака. Он правду говорит. Помнишь жены? Он каждый день смотрит, как его жена спорит с его матерью. Как тигр и лев, насыщенная жизнь. Кто это? Цин, опять плохо обо мне за спиной говоришь, правда? Давно приехал? Мама не хочет, чтобы я возвращался. Цин позвонил мне, и вот я здесь. Здравствуй, я Лень Кайжуи. Привет. А, все в сборе.
Крутая тачка, чья она? Кто владелец? Давай, неважно, садись. Я попробую, не стесняйся. Раз все сегодня здесь, я должен что-нибудь устроить. Хорошо. Да, давай. Снова ты? Куда идешь? Старые правила. Прежде чем дедушка завтра встанет, мы должны быть в постели. Хорошо. Пока. Сядь. Сяюань не замужем? Кому она идет? Сяюань! Почему ты здесь? А что? Я не могу здесь быть? За мной шел? Зачем это? Канун Нового года. Почему ты пришел сюда? Они за кольцом. Парни, сегодня все бары закрыты, и этот единственный открытый. Атмосфера офигенная, давайте. Выпьем, ваше здоровье. С Новым годом! Ну же, давайте поиграем. Сыграем. Мы так, это, и это, и это. Проиграл. Простите. Люди бродят по миру, как избежать выстрелов. Давай, один выстрел для тебя, три выстрела для тебя. Хорошо, я проиграл, давай. Следующий. Куда ты? Что случилось? Сян Юань. Твои цветы. Фэн Цзюнь? Почему он здесь? Кто? Кто это? Успокойся. Почему вы вместе? Почему твой телефон выключен? А ты? Разве не с дедушкой дома? Почему пришла с ним? Но ты тоже здесь. Не ответил на звонок и сообщение, а сам так говоришь. Красотка, ищешь кого? Выпей. Отпусти. Со мной. Давай. Отпусти. Не уходи, я давай выпьем. Я сказала тебе отпустить. Отпусти ее, красотка! Я сказала отпустить! Прекрати, что ты делаешь? А ты еще кто? Не лезь, слышал? Мужик, отойди! Это наше вино! Ты что сделал? Что ты хочешь? Брат! Чей брат? Он мой брат, Сян Цзэмянь! Пахнешь так, будто много выпил.
Тебе очень весело, когда меня нет. Фэн Цзюнь заботливый. Цветы красивые. Конечно, они же для кого-то особенного. Сюрприз для кого-то особенного, доставленный к его двери. Жаль, я не увидела того, что ожидала. А увидела что-то совсем неожиданное. Ты ходила ко мне домой? Если бы я не пришла с Фэн Цзюнем, я бы тебя сегодня не увидела бы. Почему вернулась? Позаботься о лестнице. Сян Юань. Сян Юань. Сян Юань. Брат, ты видел мою сестру? Я не знаю, ее тут нет. Я вернусь домой с братом. Я спросил, почему вернулась. 3, 2, 1. С Новым годом! С Новым годом. С Новым годом. Что случилось? Плохое настроение? Отец забрал Сюй Чинли. Брат, я вызвал для тебя такси, оно у дверей. Твоя сестра ушла, возвращайся. Сестра ушла? А мужчина, что обнимал ее, тоже ушел. Я видел, как они уходили по отдельности. Сейчас сложно вызвать такси, не заставляй водителя ждать. Хорошо, спасибо. Не за что, береги себя, до свидания. А ты че не уходишь? Жду водителя. Хорошо, береги себя. Хорошо. С Новым годом, с Новым годом. Осторожно, хорошо. Обещай мне, что бы ни случилось, рассказывай мне. Хорошо. Может, выберем день, чтобы... День, чтобы... пожениться. Хочу, чтобы все было официально. 30 мая. Полгода, как мы встречаемся. Хорошо. Как обратный отчет до экзамена. Никто не устанавливает обратный отчет для такого. Хочешь знать правду? Я никогда так не нервничал, как сейчас. С момента сдачи вступительных экзаменов давно подобного не испытывал. Словно готовлюсь к чему-то в последний момент. Если вы не выйдете, брат Сян Юань вернется. Что еще я о тебе не знаю? Пошли. Я расскажу тебе, как вернемся.
Уже спишь? Нет, а ты? Да, почти уснула. Твои друзья еще там? Да, играют в карты. Спи, если устала. Уже поздно. Хорошо, поговорим завтра. Выключи телефон и хорошо отдохни. Хорошо, и ты иди спать. Все еще не спит? Что он делает? Не знаю, фильм, наверное, смотрит. Он нас совсем не уважает. Смотрит фильмы, а не играет с нами в маджонг. Из чего сделан мозг Сюя? Этого никто не знает. Его мать очень умна. Не рассказывайте никому. Я случайно об этом узнал. Слышала, его мать очень известный за границей архитектор. Очень-очень известный. Она выиграла Принстонскую премию. Брат, не говори нам того, чего не знаешь. Она называется Притцкеровской премией в области архитектуры. Одно и то же. Это высшая награда в архитектуре. Не знаю почему, но жаль, что он последовал за отцом. Его отец нехороший человек. Ладно, давайте играть в маджонг. Сосредоточимся на этом. С Новым годом! Каша готова! С Новым годом, госпожа Лю! С Новым годом! С Новым годом! Спасибо, госпожа Лю! У тебя там петарды, что ли? Сян Дзямянь, отдай! Тут говорится в сообщении Юань, ты знаешь, что 30 мая... Сян Дзямянь, быстро отдай! Дедушка, погляди! Быстро! Я дам его тебе, если только ты скажешь. Быстрее! Быстрее отдай! Не нервируй сестру. Дед, у нее какая-то дата назначена. Не твое дело. Что за 30 мая? Скажи мне, я ему не расскажу. Нужна моя помощь? Я могу тебя приободрить? Или пусть Бай купит тебе цветы. Может, я сделаю баннер? Баннер? Что напишешь? Собираешься на парад 30 мая? Не мешай. Поздравляю с новым жизненным этапом. Помнишь, мы были в детском саду? Ты, наверное, забыла. Жил-был маленький мальчик, который никогда не пробовал жвачки. Однажды ты дала ему жвачку, солгав, что твой дед привез ее из-за границы. Такую можно глотать. Мальчик поверил и проглотил ее. Я верю тебе. И ты сказала ему, что это обычная жвачка. Через 7 дней он умрет от склеенного кишечника. Ты сказала ему идти в больницу. Вскоре ты сменила школу. Он был напуган и в отчаянии. Впервые он почувствовал злобу на школьницу.
Неужели мы знакомы так давно? Этот опыт мешал ему общаться с другими девочками. Он даже думал, что умрет в одиночестве. Сюинши, привет! Я Сян Юань из 5 класса. К сожалению, в старшей школе они снова встретились. Она снова была к нему добра и попросила дополнительные уроки. Так они стали друзьями. Завтра у меня день рождения. Я хотела бы пригласить тебя. Ты придешь? Хорошо, приду. Тогда договорились. Он сменил школу из-за семейных проблем. Он даже не успел попрощаться с этой девочкой. Они снова расстались. Мы снова встретились, когда влюбились друг в друга онлайн. Он умоляет добавить его в друзья, чтобы насолить мне. Он сделал вид, что случайно встретил ее, чтобы научить играм. После девушка призналась в любви. Будем встречаться. Но прежде чем он сказал ей правду, у него внезапно появился младший брат, о котором нужно заботиться. Он был так молод, что не знал, что делать. Он не знал, как все объяснить ей. Поэтому попросил ее вернуться. Она была так зла, что рассталась с ним. Потом они снова встретились через много лет. Это называется судьбой или роком. Юань, знаешь, сколько дней осталось до 30 мая? Водитель, вы верите в любовь? Последний раз, когда пассажир задавал мне этот вопрос, он сказал, что его телефон разрядился и он не может заплатить. Я вижу, ваш телефон работает, вы смотрели в него. На вашей карте не осталось денег или вы действительно встретили любовь? Защиту! С Новым годом! С Новым годом! Долго ехала? Около часа. За рулем? Я отвезу тебя. Скучаешь? Сегодня я приехала сказать тебе по большому секрету, что ты не умрешь, проглотив жвачку. Они целуются? Сян Юань, скажу деду, когда вернусь. Господи. Такие милые.
哎呀呀呀！ Дети глотают жвачку, потому что не знают об этом. Ты слишком большая для этого. В больнице подумают, что ты сумасшедшая. В тебе слишком много адреналина после игры в баскетбол. Ты был хорошим мальчиком в детском саду. Помнишь меня? Помню. Кто? Кажется, я слышала голос брата. Полицейские задержали банду грабителей. Дед, я же прав, да? Он нехороший парень. Хоть мы и живем в продвинутом обществе, но на улице нельзя. Раз знаешь, подумай, что делать. У меня есть идея. Я заставлю их расстаться. Теоретически я не должен вмешиваться в их отношения. Хорошо. Отлично. Подожди. А ты сам, когда заведешь постоянную девушку? Стараюсь изо всех сил, скоро-скоро. Не ерничай давай. Полиции легче поймать преступника, чем тебе найти девушку. Это мой парень, Сю Яньши. Это мой брат, Сян Замянь. Привет. И как давно вы вместе? Ты чего? Не перебивай. Около 2 месяцев. Ты смеешь целоваться на улице всего после 2 месяцев? Сян Юань, ну ты даешь. Ладно. Ответь. Ты знаешь Дана? Зачем его вспомнил? А ты помолчи. Кажется, она не говорила тебе о нем. Я объясню. Дан — мастер Кроссфайр, суперигрок. А чтобы добиться его, знаешь, что сделала моя сестра? Играла с ним все время, когда была свободна. Хватит, Сян Замянь. Ешь десерт давай и помолчи. Ничего, пусть расскажет. Я могу это принять. Братан, не будь таким самоуверенным. Боюсь, ты не примешь. Это слишком тяжело. Юань преследовала его. Представляешь? Зная его месяц, она поехала в Ухань одна, чтобы найти этого самого игрока. Дело в том, что она вернулась через 3 дня. 3 дня. Через 3 дня? Ага. Объясни, что ты там делала 3 дня? Дед, дело сделано. Я расскажу, как я это сделал. Я тогда подумала, раз уж я приехала, я, по крайней мере, должна что-нибудь съесть. Лапшу или тофу, пончики, гоголь-моголь. Правильно? Смотри, просто разделить их. Только, ну, разделить и все. Разве не хорошо? Хорошо быть в разлуке. Занимаешься каллиграфией, дед? Послушай, мне удалось победить противника. Я сделал ситуацию благоприятной для нас. Тебе не кажется, что это круто? Да, круто. Ты ничего не можешь сделать хорошо, но в этот раз у тебя получилось. Отлично. У меня хорошие гены от тебя. Ладно, давай. Рассказывай, как одолел.
Я сказал Сюй Яньши, что Сян Юань и Дан влюбились друг в друга онлайн. Сюй Яньши было так неловко. Она не вернулась еще. Наверное, они расстались. Так, подойди. Что случилось? Я разберу тебя на части и запечатаю. Какого фига? Мы настолько бедны, что у тебя нет денег на интернет, или ты забыл пароль от Wi-Fi? Какая связь между Сюй Яньши и Wi-Fi, дед? Дан, это Сюй Яньши. Не знал. Сюй Яньши, Дан? Достаточно. Перестань заниматься ерундой. Чаще выходи в интернет и будь в курсе новостей. Я-то думал, это я старый, а ты молодой, а тут, оказывается, мы одинаковые. А я... Сюй Яньши, это Дан? Дан Сюй Яньши, если тебе так больше нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.